Расцветает моя котлея, которая была с огромными-огромными бутонами. Но у нее действительно большие цветы. Я спешу сделать это видео, показать, какой цвет у цветков необыкновенный. Он такого зелено-розового цвета. Но, конечно, этот цвет изменится. Он меняется. Не раскрывшийся еще цветок, совсем зеленый, лепестки зеленого цвета, а тот, который уже раскрылся, становится розовей. Это гибрид Rubens Fortune еще с чем-то. Ну, это моя местная оранжерея, они делают свои гибриды. И еще один будет. Вот как они выглядят. Хочу посмотреть, вот какие будут окончательно лепестки, какого цвета. Вот сейчас они зеленые и розовеют. Она у меня, конечно, сенца. И уже цвела, я просто, пока они не раскрылись, я могу и не помнить, какого цвета цветы. Такая красавица. Должна быть душистая, потому что они все душистые, котлеи все пахнут, за редким-редким исключением. Все замечательно пахнут. Ну вот зеленые прям. Ну вот она полностью открылась. Моя Rubens Fortune. Петля Rubens Fortune. Цветы огромные. Они гораздо больше моей ладони. Много крема, сливок. Очень нежный такой розовый цвет. Без солнца, наверное, лучше будет. Очень душистая, какой-то жасмин и что-то есть такое абрикосовое или персиковое, какие-то фрукты, как будто кто-то варит персиковое варенье. Сильный аромат утром особенно.